Nema svako tu privilegiju da prati borce čuvene pjatanške kada ide u boj. Mi smo imali tu čast da budemo sa njima na jednom od položaja koji drže zajedno sa vojskom Donjecke Narodne Republike. Položaj se inače nalazi na Avdejevci, jednom od severnih predgrađa Donjecka. I evo što smo tamo zabeležili. Pjatnaška je to ime dobila po 15-orici koje su je i osnovali 2014. godine na samom početku rata. Učestvovala je u mnogim borbama, ovde važi za jednu od najpouzdanijih, a zapovednik joj je čuveni Abhaz koji je obećao da će nam dati intervju u narednim danima. Pjatnaška inače posebna i po tome što zaista veliki broj njenih pripadnika čine borci iz Abhazije, odnosno Abhazi. Kažu otprilike polovina sastava da su Abhazi, a drugu polovinu čine borci iz zaista mnogobrojnih zemalja, bilo je između ostalih i Srba, naravno ima najviše Rusa, ima mnogo drugih zemalja. U svakom slučaju, Pjatnaška se i ponosi svojim internacionalnim sastavom. Položaj na kojem smo bili, Pjatnaška drži zajedno sa pripadnicima redovnog sastava vojske Donjecke Narodne Republike i sa njima smo također razgovarali kao i sa pripadnicima Pjatnaške. Svi ti razgovori su prevedeni i pozivam vas da uključite titlove, odnosno prevod na podešavanju. Ne znam ko je ovo pitao. Već, mnogo se tiče, Tako je. I nemoj, dosta, nemoj dalje. Gledaj senku, jebi ga.
дал. Давай, если что, я тебе сразу наберу. Спасибо, что мы здесь. Позывни. Оно между брусьями прошло, правильно? Змей. Просто не сахар. Юра просто. Юра. Сколько долго вы на войне? Почти 3 месяца. 3 месяца? 20 февраля. Так же. Так же, все мы. Все... Как это, вы приехали на специальную операцию, конечно, так? Да. Так можно сказать, да. Все из Донецка, конечно, Донецкая область, так? Все из Донецка. Да, домашние. Из разных городов, Кировцы. Амросевцы. Он отстреливался. И были ли вы на войне, да, в операции? Начали резко работать, и он отстреливался. Нет, это первый раз, да? Нет. По касательной пошло. Когда? Оно вот так, чуть... Где было вы? Ну, по мышце. Старая Михайловна. Как оно? Под лопаткой. Где было самое опасное? Ну, старая Михайловна, ранее. Не, она говорит, я как ты себя чувствуешь? А другие три, вы не были на войне прежде специальной операции? Не, не. Почему приехали? Как было это разрешение? Как почему приехали? Да, общая мобилизация. Мобилизация. Мобилизация? Кто может держать оружие? Под мышкой. Глава республики сказал. И вы уехали? Номер телефона дать его? Добровольно, как? Да, да, добровольно. Охранить страну, так? Ну так получается. У вас семьи? Да. Конечно, семьи. А ну, семьи бой там, нет. И боем нельзя было назвать. Просто двое начали детей. Отстреливаться. Двое детей? Не, трое. А, трое? Ну, оно там бой там. Так и сойдет. Ну, два, три, четыре. Почему не сказали снова, сразу? Какие опыт в специальной операции? Если это разница, чем как было в 15-м году? Да ну как? Так, сравнить 71, не знаю. Как 473. Война есть война. За это время. Хоть просто... тогда была война. 071, 47. Просто тогда не так они были закреплены. Не такие укреплены. 3-0. Сейчас намного тяжелее. Да. Намного тяжелее. Почему? У них больше оружия, а? Оружие. Укрепились. Через бойницу, говорит. Пока вот это перемирие было, они укрепили, окопали. То есть наши гнали их, а теперь они уже держат. Тяжело что. Ну, если это армия профессиональная или тоже там? Там хватает всех. Всех, а? Со всего. Я даже не знаю, профессионалы, можно сказать. Мы воюем. Наверное, на другой стороне профессионалы. Сразу видно, с первых дней их не работали. Знаете, если у них и другие национальности, не только украинцы, но... Да есть там все. Они и тогда были. И тогда, и в 15-м году, не да? только сейчас, и тогда были. А сейчас больше, а? Больше. Которые, знаете ли, которые национальности там? Да там национальностей хватает. Там каждой твари по паре. Да каждая. Всех понемножку. Ага. Всех по чуть-чуть хватает. Ну, если там и англичане, и поляки, да, французы, Германия. Вся Европа. Вся Европа, да. Ну, да, кто да. их поддержит, мы думаем, там и... Много наемников, да, за деньги приехали убивать. Кто их поддержит, и американцы, и Европа поддержат, англичане. Так, наверное, там... Где Америка, там всякий коллапс идет. Судя по тем войнам, где Америка развязывает, да. Ну, вы знаете, где Россия, тут и Сербия. Если знаете, и как народ Сербии поддерживал. Конечно. Первый в мире поддержал специальную операцию. И знаете что? Что мы здесь, это точка поддержка, потому что народ, наши зрители давали деньги за эту дорогу. Нет, у нас не было, хотя мы только YouTube канал, но мы сказали зрителям, давайте, пожалуйста, деньги, мы рады поехать там. И они давали деньги, потому что они хотели бы узнать правду. И все сказали, большой привет, братья. Спасибо. Что вы думаете, как будет это окончено? Победа все. Будет. Однозначно. Мы на своей земле. Никуда не уйдем. А когда будет окончено? Знаете, думаем, что скоро. Думаем, что скоро. Месяц, два. Ну, в пределах того. Ну, быстро никогда ничего не закончится. Быстро ничего не бывает. Что сказали ваши женщины? Потому что многие женщины говорят, что я не давала бы своему мужу уехать на войну. Моя жена сказала, я бы с тобой поехал, но меня не возьмут. Ну а если так, все сказали, что тогда? Что тогда делать? Сидеть и ждать, пока пролетит. Или приду, да. Вам тоже, а? Да. Спасибо, братья. Спасибо. Меня зовут Мюдрик. Это Михайло.
мой приятель и коллега. Ой, голубо крылатый, негде есть персонификация всего, что се дешало. То есть желание Руса за свободу. Чай прилёг! Mislim da i gledalci mogu lako da primete da su ovo stvari zaista pravi borci. Znači ovo je, za razliku od mnogih koji možda paradiraju, ovi deluju kao da su mnogo borbi videli. I ono što je kod njih karakteristično, evo koliko god neka lica djelovala namoćeno mrbiđeno, ne, svako od njih je prišao, pozdravio se sa nama. Ne, naravno, vrlo su pristojni ljubav, da, vrlo svako su izražili. Svako je prišao, pozdravio se, predstavio se. Naravno, ne mogu da budu sad nešto kao da idu na izlet, znači, naravno da imaju, da su ozbiljni, znači, mislim, svesni su situacije, naravno. Medo smo jeli. Vidi leba, medo. Čekaj, sad to je leba tvoj. A što ga onda ne ideš? To je šo šukom na almazi, možete. Dobri djenj. To je brat. Raz tvoj. Privjeti Serbiji. Privjeti Serbiji. Svi je Serbi skazali privjet, brat. Privjeti za Pajzer. Spasivo, brat. Evo Mihajlo Medenica pomaže. Ja sam malo nosio, on čovjek verziraniji od mene, pa više i nosi, ja se malo izlačim. Uhvatio sam kameru odmah. Pa sad mi je žao, Boga, idem ja da pomolim malo. Skoliko je daleko u Kri? Od suda? Metrov 400. 400 metrov, a? 400 metrov. Ne od suda. No eto, cijeli den, a bam bam. Da, eto, od tako idu to na. Možno posimati vas toliko? С Михайлом. Вы откуда? Из Сербии? Сербия. О, сербы, братья. Конечно. Вы знаете, что мы... Спасибо вам. Смотрим все это, как молитесь за нас, как это, дай Бог. Мы тоже люди православные, тоже. Дай Бог, чтобы все это закончилось побыстрее, это беда. Надоело это все мне. Вы знаете, когда мы приехали, когда мы на поезд ехали, все сказали нам большой привет, братья. Конечно, все. Конечно. Нам зрители давали деньги за эту дорогу. У нас не было денег, конечно, под YouTube канал, знаете. Но они сказали, мы хотели бы узнать правду, а наши братья деньги. Спасибо большое. Вы абхазы или... Я с России, из Белгородской области живу, ну, а живу 25 лет уже в Абхазии, в Цунде, так что... Надо приехать в Абхазию. Но и вы тоже приехайте в Сербию. Спасибо большое. Как позывной? Егор. Егор. Егор, да. Значит, 400 метров давде. 400 метров давде су, да. Хотите вот сюда вот выйти. Эво, отпочина пушка. Тут мало видно. За дорогом, а? За дорогом, да. Сюда. Значит, одма из-за пута су позиции украинские. Я мало разумирам. Видите там пут, видите банкине. Дословно давно каменом да се добраться. Да, вон. Я сад не видим на овом экранчичу мало, но мислим се види банкина. Е, то је банкина от пута. Одма из-за пута су украинские позиции. Eto, kaže Igor. Spasiba, Igor. Dobri den. Dobri. Vaše pozivno je?
Сосед. Сосед. Вы, конечно, нет россиянин, нет из Донецка, как? Из Донецка, коренной дончанин. А из Донецка, коренной дончанин. Но вы татар, так? Во мне 4 крови. Как? 4 крови у меня. 4 крови. Который? Татар? Татарин, башкир, русский. Конечно же, грек. Ага. Ну, вы совсем интернациональный. Полностью. Да. Все мы братья. И вы в войне от когда? С какого года вы приехали на войну? С 14-го попал. 14-го. Сначала. Что было до войны? До войны был... Много работы было. Был шахтер, конечно, как и все. Была нормальная жизнь. Да. Был шахтер, как и все. Все здесь были шахтеры, да? Ну, вообще, Донецкий край – это шахтерский, конечно, край. Да. Вот. Но я не шахтер. Угу. Но первая моя дивизия была шахтерская. Да, служил я с шахтерами. И за этих, 8 год, где и когда было самое опасное? Ну, самое опасное было совсем недавно. Пока там еще идут бои, я пока не могу говорить, где. Недалеко от Авдеевки, скажем так. Угу. Опасно было в Марьинке, опасно было в аэропорту, очень опасно было. Аэропорты было когда? В 14-м, 15-м? Это был 15-й год, да. Там 3 секунды буквально небо становилось серым. Угу. Падали каждая макушка дерева, голову вверх поднимаешь, каждая макушечка раз, 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 угу. Раз, 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 раз. Было тяжело, всем было. Потери было, были потери. Да, и вы мне сказали, что вы били много штурмов, так? Были. Мы... Что это штурм за наши зрители, что они узнали? Что такое штурм? Что такое штурм, да. Ну, штурм – это было ваше, стало наше. И вот чечение, так? Быстренько были их позиции, а стали наши. Вот вам вот это штурм. И какой штурм был самый сложный за вас? Ну, за который я пока не могу говорить, где? Возле Авдеевки. Ага, но это тоже было… Он был удачный. Тоже было на этот год, на эту году, а? Это было месяц назад. Месяц назад. Ну, разница ли между войной за февраля 22 года и специальной операцией? Пожестче. Научились. Нет, конечно, в то время тоже были подразделения, которые так ярко себя проявляли. Угу. Имеется в виду подразделения противника. Они хорошо себя проявляли. Вот. Но за эти годы, конечно, они научились, а сейчас пожестче. Все-таки загнанный зверь, он себя ведет по-другому, нежели, нежели у них, кто-то другой. У них больше оружия, чем бело, а? У укропа. Они его стали часто использовать, очень часто. Они, конечно, его не прекращали использовать, но я же говорю опять, это загнанный зверь. Конечно, он будет использовать все. К нам бывают, прилетают такие снаряды, которые не разрываются. Вот, допустим, 5 летит снарядов, вот они рядом ложатся. Из них только 2 взорвется. То есть это говорит о чем? О том, что они, видимо, уже из склады их подыссякли. Видно, мало у них. БК-то осталось. У вас ли семья? Семья есть, конечно. За их и воюют, да? На данный момент вот моя семья. Вот моя семья. И знаете ли вы, что мы из Сербии, конечно, и когда мы уехали здесь, все сказали большой привет, братья. Имеете ли вы, которые слова за Сербию? Сербам тоже очень большой привет. Держитесь. Будут у вас проблемы, обязательно приедем, поможем. Вы тоже наши братья. Всем спасибо. Привет. Было ли сербов? Нет, Сербии не было еще. Ну, а было ли сербов в Пятняшке? Я слышал, был. Вы не увидели лично? Я просто да, не увидел, да, мы чуть-чуть разошлись. Ну, приехать в Сербию, война или нет, у вас сейчас 2 хозяина, не один, но 2 хозяина. Приехать в Сербию. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Медведя, конечно, пропадет? Да. Подожди. Медведь. Здорово? Да. Он погиб. Погиб 8-го. Ой, блядь. Я же что-то услышал, что ты шахтерский. Ёбаный в рот, блядь. У него же дочка вот недавно родилась. Угу. Ебало Катя Петю. Под Маринкой. Углегорск. Ой, блядь. Это в этом. В этой же дивизии? Да. Шахтерский? Да, да. Я же услышал, что ты там служил. Поэтому... Ой, блядь, как жалко, блядь. Это мой товарищ. Надо сейчас разрядиться, да? Да, желательно. Иди сюда. Сосед. Сюда, у кого? Только шел очень.
Можно ли привет за Сербию? Я так люблю видеть. Я так люблю видеть семью. За Сербию? А, за Сербию? Да, да. Держи себя в комнате. Я сейчас, короче, собираюсь назад. Короче, слушай, это дорога. До свидания. Да что на серпантине? Сколько у меня времени дорога занимает? Все равно столько же времени, сколько она должна занять. Казак, ты вместо пятнашку на уши поднял. Я ничего, все, не дали, там придется. Да далеко было? Поймал. Поймал. За карьеру? Да, за карьеру. Подойди вон, Саня. Вот подойди, обещу, где примерно. О! Всем здрасте. Человек вперед. За Сербию. Когда? А мы из Донецка, привет. Из Донецка. Да, и все хорошо. И Сербия, привет. Это да, просто мы так любим ходить, а так у нас вообще все классно. По машинам. Грузимся. Что, мы не ждем, мы едем или что? Мы ждем, нужно ждать группу. Сейчас я узнаю. Точнее, этот момент, если нет, давай 8 погрузились, а поехали. Режиссер. Ну а что, приехали? Спасибо. Хочется снять все это все. Ты снимаешь его. Как? Сербский режиссер, как? Да, журналист как, не режиссер. Вот, знаменитый. Кустурица. Эмир Кустурица. Точно. Да, да. Вот, я его знаю. Да, я видел. Если ты хочешь, я скажу привет ему. Да, да. Можно? Привет за Кустурица, скажи. Привет Эмиру Кустурице, мы его знаем хорошо, все тоже отлично. Личный привет. Как ваш позывной? Позывной Сейн. Ви, как скажется, птичник, как сказал ви? Тайный квадрокоптер, да. Ага. И как это? Как на фильме или нет? Ну почти, да. Появляем новые позиции противника. И потом непосредственно проводим артиллерийский налет по возможности. И сколько успеха было у вас? Постоянно у нас. Мы работаем только с успехом. Работаем, братья. Да, работаем. А вы из Донецка? Да, я местный житель. Донецк, Петровский район. Сколько лет у вас? 29. О, сколько? 29. 29? Да. О, молодой человек. 14-го года вы. А 14-го года вы? Да, мне было 21 год. Молодец. Привет из Сербии. Вы знаете, когда мы уехали здесь из Сербии, все сказали нам большой привет, братья. Мы тоже передаем братьям привет. Русский мир мы победим. Мы едины. Спасибо. Добрый вечер. Ваш позывной? Кабар. Кабар. Вы из Донбасса или нет? Нет. Добровольцы. Ну, приехали сюда. Из Абхазии. Почему? Изъявил желание бороться со злом. Борьба со злом – благородное дело. Когда приехали? В середине февраля, после 20-го точно было. Этот год, на этот год, да? Да. И какие опыт на эти 3 месяца? Какие впечатления? Приятно. Что искал, то нашел. Что искали и что нашли? Борьба со злом была цель, она есть. Так. Зло крепче, чем вы думали, или нет? Зло такое, как ожидал. Фашист, он во все времена был такой подлый, бессовестный, бесчестный, вообще без никакого. Как бьют по гражданским, так и прикрываются им. И все такое. А в Абхазии у вас семья? Братья. Что они сказали вам? Мочи, сказали. Те, что мне братья, они сказали, сколько можешь, столько и мочи. Вон один мой брат старший стоит. Можно позвонить? Мой командир, да, можно. Это мой командир. Только. Вместе воюем. Ну, он, известно, не настоящий брат. Мы не знаем, потому что он сказал, что у него много братьев, так? Да, вот, а я один из его братьев. Один из его? Ну, вы настоящие братья?
Да, это мой старший брат и командир моего взвода. Вы один из восемь, так? Да. Четыре сестры и четыре братья, так? Да. Ну, вы тоже брат. Я думал, что вы говорите братья как символически, но нет. Вы настоящие братья. Помимо того, что по родству братья, еще и братья по оружию, по товариществу, по войне. Он тоже приехал с вами в феврале, да? Да, мы вместе приехали. Вообще еще будет, надо добивать фашизм Чагова. Еще много стран захотят изъявить свое фашистское желание бороться. Mm-hmm. Мы здесь это так, сейчас добьем здесь, еще где-то будет фашизм, будем там бороться. Mm-hmm. Если Всевышний убережет, удостоит правом борьбы. Вы были в Сербии? Нет. Приехали ли к нам? С удовольствием, с удовольствием. У вас очень атмосферная, и потом мы к воинам с уважением. Mm-hmm. Эта земля видела войну, она знает в этом толк. Да и вообще, это среди мужчин сербских. Mm-hmm. Было бы приятно посидеть, mm-hmm. познакомиться. В молодости вспоминали, видели ваш конфликт, так же, как и конфликт в Абхазии. Мы это все видели, этот беспредел. Вы помните 99-й год? Почему вообще хочется в Сербию, если говорить о Сербии, то, что они дали сопротивление достойнейшим образом. Это, если говорить, мало. Поэтому любым воинам, борющимся за благое, это за честь нам знакомиться. Спасибо большое. Мы ожидаем вас. Мы ожидаем вас в Сербии. У вас два хозяина. Спасибо большое. Не за что, не за что. Спасибо. Все, поехали. Evo čisto malo da pojasnimo sve ono što se u prilogu dalo videti, odnosno što ste mogli da vidite. Linija na kojoj smo bili, odnosno položaj na kojoj smo bili, je jedan od najisturenijih prema ukrajinskim snagama. Nalazi se nepunih 400 metara od ukrajinskih pozicija, na kojima se nalazi prema nekim grubim procenama najmanje 10.000 vojnika ukrajinskih oružanih snaga i ukrajinskih fašista. Ono što je specifično za ovu liniju fronta, rat tu nije počeo 24. februara sa specijalnom operacijom, naprotiv. Rat na Avdejevci i Jasenovati traje već punih 8 godina bezmalo istim intenzitetom. Naravno, pojačalo se sa specijalnom operacijom, ali opet napominjem, tu se ginulo i tu se gine već punih 8 godina. Koliko je sam položaj isturen i opasan, svjedoči činjenica da smo sve vrijeme bili upozoravani da se ne udaljavamo ne dalje od baze, uslovno rečeno baze u kojoj smo boravili sa našim braćom i prijateljima, već da ne pravimo ni korak više od onog što je potrebno, a svaki korak više je tamo apsolutno nepotreban jer je položaj izložen snajperskoj vatri sve vreme. Ono što je još karakteristično za ovaj položaj, odnosno čitav taj prostor koji ovaj i ostali položaj brane, je da se u neposrednoj blizini nalaze mnoga napuštena fabrička, industrijska postrojenja koja će vremenom najvjerojatnije postati nešto slično Azovstalu, nešto kao novi Azovstal, odnosno bunkeri i skrovišta za ukrofašiste koji će se tu sakriti pod naletom snaga ruske vojske i vojske Donjecke narodne republike kada se prsten oko njih bude potpuno zatvorio. Prsten će biti zatvoren onoga trenutka kada vojska Rusije i vojska Donjecke narodne republike zaokruže taj krug do Slavjanska, tako da će se glavnina ukrajinskih snaga, odnosno po nekim procenama 60, 80, pa čak i 100.000 ukrajinskih vojnika naći u potpunom obruču i koji će, nema sumnje, učiniti sve. Ne za slobodu, ne za borbu, već za goli život. A spašavajući goli život, oni čine ono što su činili do sad, u što smo se sami uverili i što je karakteristično i za ovu poziciju. Civilne objekte koriste kao svoje položaje. Dakle, i na ovom prostoru Ukrajinci se po svom starom dobrom običaju koriste civilima kao živim štitom. I ono što moram da napomenem, što je i zareto i moj najveći utisak, i dopraćali smo i ispraćali borce sa linije i na liniju.
Dakle, vratili su se ljudi koji su znojavi, prljavi, umorni, premoreni, ali videvši nas i čuvši da smo iz Srbije, svako od njih, ali doslovno svako, je zastao da se sa nama pozdravi, da pozdravi Srbiju, da se zahvali na svoj podršci koju dobijaju iz Srbije. Svakome od njih se lice razvuklo u osmih i to nije fraza. To ste u ostalom videli i na snimku. U njihovim očima, na njihovom licu nema ničega zlog, nema ničega ljutitog. Toliko za ovo javljanje. Ja sam Mihajlo Medenica. Prijatno i doviđenje.